Для начала покажу фитецкий. Наверх. Привет, Витязь, не видели. Купер, приветик. Ну что, я опять не так делаю. В общем, будем сегодня летать на Ворме, искать ивентовскую зелень и материть тех крабов, которые друг друга не уважают. То бишь летят и начинают выполнять мою зелень. Ши, приветик. Ой, спасибо. Саш, приветик. Вот такой вот у меня, видите, фитецкий. Покрасочки здесь симпатичной практически нету. Была одна, но она стоит просто космос. Сейчас покажу. Вот, более-менее, скажем так, симпатичная покрасочка. Это отвратительно, отвратительно. Вообще бамблби. Это нет. Это нет. По-моему, вот это. Да. Вот эта покрасочка. Но она, блин, стоит космос. Нафиг. Сенька, приветик. Просто космические деньги. Было бы за что. Не. А, да, вон. 777 лямов. Ну, это вообще капец. За эту покрасочку. Это ж рехнуться можно. Саш, да не, я на самом деле... Ну, понимаешь, хочется, в принципе, чтобы машинка, на которой я летаю, была симпатичная. Вот, у меня гелочка вообще роскошная. Ратли у меня роскошная, покрасочка. На этот, покрасочка на Ортус. Ну, тефлоновое покрытие хочется на него. Так что так вот. Купер, ну, блин, кикиморы мне вообще как не особо нравятся. Мне их нравится убивать. В том плане, NPC-шек. Кикимор, NPC-шек, вот он сам, в Абисах. В Абисах, да, кикимор убиваешь. А, не, на ивенте я еще убивал кикимор. На новогоднем ивенте было как раз-таки это, кикиморы. Когда ивент был, там были кикиморы. Ты говорил, что корабли там не было, но... Были! Юх! Ладно, давай. Они еще сосали хорошо. Сенька, здорово. Сенька, да вот, рядышком. Глава, приветик. Ну, хорошо. Киджупер, приветик. Ши, привет. Ши, если ты в космосе, то welcome. Полетим. Ну, в общем, короче, я как обычный крабик начинаю летать по спейсу и смотреть, что у нас тут есть. Глава, сколько ты перед этим кораблей слил? Вот, честно говоря, уже попривыкла у сына отжимать компьютер, и у меня чатик вот с этой стороны. Это где он с одной стороны, а у меня с другой. У меня везде по-разному. Поэтому так. Ну что, смотрим. Ничего у нас здесь нету. Полетели. Ой, тактическую карту отключаем, тебе нужно. Че? Под карго. Вот это? Да. А. Тактическую карту. Блин, такие слова сказал бы вот этого фиговины, и я бы это. Так. Джокер, приветик. Ну чё, я сказал, блин, я это, труп ПВПшника, вообще папка ПВП, вот так вот.
На пивас подстримчанский. Сенька, спасибо большое. Да, я им купила, ты не переживай. Грильзли, приветик. Спасибо. Ну, как бы еще остаточный кашель у меня присутствует, к сожалению, но чтобы... Что тут не поделаешь, достаточно долго я еще буду подкашливать, поэтому... Сенька, не волнуйся, спасибо. Я тут это, за кадром, с пивасиком, так что все хорошо. Я же там и писал, берите пиво, чипсы и готовьтесь к стримчанскому со Светиком. Я подготовился. А мне что писать? Убди сегодня стримчанский, готовим водочку и селедочку. Корвалол. На случай с Ломаном. Ши, хватит с меня от него тортиков. Последний тортик от него, который я получил. А зеленка там стоит? Конечно. Нет. А, аномалии. Да, он теперь стоит. Вот. Так. В Попин или в Люпике? В Люпике. Ши, ты помнишь, когда он меня тортиком отравил? Я же рассказывала эту историю. Муж купил мне тортик, а потом вызывал на следующий день скорую. Сенька, ты Светику? Светика на пивасик? Ой. Нормально. Ой, это приятно. Но я пока тут с компотиком сижу. Кстати, компотик из яблочек очень вкусный и полезный. Она больше предпочитает расслабляться под вискарик. Это да. Причем Джек Дэниелс. Но это все лирика. Ши, ну, блин, ты молодец. А мне вот никто не готовит пироги, приходится самой. Ну, кстати... Я могу, только вопрос... Не надо. Вот, я лучше яда. Спасибо. Я помню последний раз сказку. Это куплено, я говорю сам. Угу. Там 100% летал. Ну вот, убежище есть, ладно. Алекс, ну, не знаю, спецом, не спецом. На самом деле, у нас была достаточно печальная история много-много лет назад. Муж захотел рыбки, и я решила порадовать мужа, пожарить ему камбалу. Но тот, кто готовил когда-либо камбалу, знает, что рыба и так воняет. Это. Она не воняет. Она воняет. Она не воняет. Любая рыба воняет. Она не воняет. У нее кроме нормальный сёмки. Запах. Вот. Я им пожарила рыбу. Ну, я сама по себе не люблю рыбу. Я ем только красную рыбу, и все. И то это крайне редко бывает. Вот. И получилась такая ситуация, что Бди скушал зачем рыбку. Ты обратно? Ой. Господи, господи. Вот. Ребенок, ой, муж у меня как раз скушал эту рыбку и отравился. На следующий день температура была 40 у него. Пищевое отравление рыбой. И вот он мне эту камбалу вот уже благополучно 12 лет припоминает. Еще бы, я коньки чуть не отдал. А я, значит, в этом году не... Дала... Он меня в этом году дважды отравил. Дважды, ребят. Это, ладно, один раз это бывает, второй раз совпадение, но третий, я так полагаю, это уже будет 100% летал. Тынга фукашничает. Давай меняться срочно. Сейчас тебе. Блин. Народ и так ждал, когда я начну стримить, чтобы я выздоровела. А ты тут. О, и ушла тут же. Правильно, она тебя услышала и сбежала. Александр, приветик. Глава, рыба воняет. Ши, ну это... Не, ну, суши отравиться, это, конечно. Ну, ты знаешь, смотря, где готовили.
Третий раз на счастье что, его или мое? Александр, ну да, я тоже так полагаю, что не даже. Блин, сколько обычной зелени. Включаю варп-двигатель. Алекс, ну, в принципе, да. Сенька, он зла не помнит, он его записывает. Сенька, злопамятный, злопамятный. Блин, обычная зелень есть. А чё, а ивент у нас ещё действует вообще, да, или как? Да, до 4 числа. Ну, чё-то я этого не заметила. Я тебе говорил, в лол надо лететь. Сенька, я не такая, как он. А тем более в святое, извини, в пиво нет. Алекс, сама задаюсь этим вопросом. Константин, да, вот, понимаешь, я говорю, приходится мне постоянно то у сына отжимать компьютер, ему взятку давать, там, куплю ему, допустим, сахарной ваты, говорю, вечером компьютер мой, и смогу посидеть чуть-чуть за его компьютером. Когда бди на работе, я тоже вот сажусь поработать чуть-чуть за компьютером, тоже, понимаешь, ну, я как беспризорник. Слушай, в Амаре говорили дофигища, там народу мало, типа там дофига. Может, в сторону Амара загонцаешь? Слушай, ну закуску в этом тоже как-то не это. Ну сейчас я хочу пролететь по своим любимым тупичкам и, если что, в Амарию полетим. Что делать-то? Не в Амарию, а в Амар. В лобстера полетим. Вон колония. Гризли, это точно, реально все помогают, причем вот это меня больше всего бесит. В локале, в принципе, немного народу, надеюсь, что здесь крабов нет. А, ивент, значит... Там кто-нибудь есть вообще? Ну, сейчас посмотрим. На единичку ставь. Санэзис. Там уже кто-то фармит. А полетели все равно. Блин, и где лесенка? Вот она, лесенка. О. Ивент по поводу дронов. Значит, либо зелень проходить колонию по выращиванию восставших дронов, либо сканом позаниматься. Так. Можно. Конечно, выхлоп небольшой. Но все равно есть. Ракеты куда ты? Господи, отмени ракеты. Ты посмотри сначала дальность ракеты какая. У меня дальность нормальная. 28 километров. Так. У тебя неправильная ракета. У меня нормальная ракета. Это не то, что твои зубочистки. Которые дальше 10 километров не стреляют. Качать надо. Да не качать, это я тебе, значит, поставил другим. А то, ишь, краб меня сидит. Ой, этот... А, начинающий краб. А, Кость. Понимаешь, я сейчас в эфире, я же не могу... его сейчас прилюдно бить, потому, по одной маленькой причине, что потом будет говорить, вот, она меня избивает, и так далее, у меня все зафиксировано. Нафиг нет, надо.
Нет, Мона, ты не пойдешь. Глава, кинь, потому что у меня что-то не отобразилось. Чего? Кто не отобразился? Киосик. Вон он, в гдишном чате. А, вот он. Вот он. Смотри, ее. Зачем он там, в принципе, сказал? Штормбрингер. Не Штормбрингер. А кто это? Читаю, там написано. Ой, господи. А внешне как Штормбрингер? Но Данкомовские, они похожи все. Кошмар. О! Это Скайбрейкер. Еще лучше. Дронов-то забери и прыгай. Ну подожди, они у меня... Я нажала точку G, а оно еще не это. Не вернулось. Так, все, прыгаем. Константин, так я же уже ужин приготовила, так что... В сторону лети сразу. Нет. Так. Стой, подожди, на секунду. Подожди. Я тебе сейчас объясню, почему. Ты в сторону отлетаешь, потом, когда этот самый прилетит, он к тебе спокойненько полетит. Понимаешь, в чем дело? И те, кто прилетит, тырить твой лут и забирать. Вот, им придется до тебя топить. Какие у тебя крабские познания хорошие? Это не крабские познания хорошие. Вообще все правильно. Кость, я же говорю, ужин я уже приготовил. Более того, я Ди покормила ужином, так что он сытый. Леопард, приветик. Да, у нас тут веселая семейка. А че ты с Санези соспекнулся? Он не соспекный. Он тебя залочил. А на кой ляд он меня залочил? Ну... А ты смотри, он мне... Нет, это не он. Это другой какой-то. Ты че это? Санези, ты этот... Ты того. Я же ник запишу. И буду жестоко мстить. И мстя моя будет страшна. Так, мужчины, соблюдайте дистанцию. Мы с вами еще так не знакомы. А он на МВД? Да, нет, какая разница. Ну, он может просто удар стырить тебя сейчас. Так. Ван Далокар. Это зачем? Нет, никакого фото не надо. Мы еще так не знакомы, чтобы он мне так вот такие вещи предлагал. Так. Где этот чудо-чудное, диво-дивное? О, еще и капу сосут. Господи. Вот только сосут. А ты пассивный. Да я понимаю, что мне пофиг. Все равно неприятно, когда у тебя сосут. Рейтер, а я капитала не умею, поэтому я не буду летать на капиталах. Так, где надзиратель? Это, скорее всего, может быть, Бист будет стримить эту тематику на капиталах. Я точно не буду. Мне даже при большом желании там учить очень долго и много. От меня все, вон прилетел. Давай. Его, только его фигарь. Дроны, ракеты, все в него. И к нему топи. Ракеты врубай. Угу. И к нему. Так, только попробуем. Ну вот.
Его кунг-фу было лучше твоего. Ну и ладно. Не во что. Так, ну что? Первый блин комом, зато мы вспомнили, какие кнопки нажимать. Слушайте, я на самом деле отвыкла от Юркиной клавиатуры. У сына, конечно, клавиатура поудобнее, чем у... Да ладно, у него да, поудобнее. Да, у него поудобнее клавиатура. И, по крайней мере, подсвечивается. А ты у тебя... Ты что нажала? Нет, я ничего не нажала. Я... Да, я сам все открыл. Так, 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 так. Блин, а... PvP нажми. О, боже мой, как у тебя здесь все сложно. Надо было... Вот свой компьютер, сама себе настроишь. Ага. Еще до моего компьютера еще чуть-чуть. Так. Леопард, приветик. Чувствую себя лучше намного. Намного лучше, но все равно еще остаточный кашель, к сожалению, есть. Но здесь никуда не деться. Алекс, приветик. А ты, наверное, пошел нафиг? Я его не знаю. Ой, Ши, давай. Я тебя жду. Так. Ладно. Где мой любимый? Осман. Леопард, забавно такой купить. Денег дай, тогда купим. Капитальные аномальки. А, что значит капитальные аномальки? Может, я сейчас... Это ладно, сейчас предложение ивента для капитальных кораблей. Сейчас на тест-сервере вышло. Да вот. Что ж ты ко мне пристал-то? Как... На тест-сервере сейчас вышло. И попозже выйдет на основном сервере. Глава, даже не вздумай. Тенгуша. Юра, у нас сегодня крабский вечер. Собственно говоря, как и на твоих стримах тоже. Ши, давай, жду. Алекс, смотря где... Там, где до хрена народа, там аномалик мало. Там, где мало народа, там аномалик более чем. О! Ши зашел. Так. Во. Стоять! Лети дальше, там уже кто-то есть по-любому. Тебе в какой-нибудь далекий тупичок надо улетать. Алекс, реально очень-очень мало аномалик. Я тебе серьезно говорю. Я в прошлый раз, наверное, часа три летала по спейсу. Я нашла только три аномальки. И то на них была жуткая конкуренция. Просто дичайшая. Если считать за весь ивент, я нашла порядка 40 аномалик. И в итоге лутецкий я забрала только с двух аномалик. Не, ну реально, вот, аномалий нету. Я не знаю, хоть бы как-то распределяли, что ли, я не знаю. Мишка, в нули. Ты знаешь, я в нулях тысячу лет не была. Еще столько же не будет, да? Нет, на самом деле у меня есть желание в нули слетать, но я хочу там посканить именно. Вот скана позаниматься, потому что... Леопард, ну я не отрицаю, что нужно знать места. Есть у меня одно местечко, куда я сейчас думаю двинуть. Так что попробуем там.
Но там не самое безопасное место. Я все-таки как... Ты решила покемпить у Кита? Я не кемпю. Знаешь, куда можешь летать и смотреть? Я вот сюда хочу полететь. А... Там хорошо, там, там чаще всего бывает, Юр. Ну, может быть. Ну, допустим, там будет одна или две. И нормально, там народу мало. Потому что здесь лоу рядом. Ну, давай попробуем с гонца туда. Ну, по дороге, кстати, ну, там можешь посмотреть еще. Вот, вот на этих местах. Ну, сейчас посмотрим. Там тоже народ не особо много гуляет. Ши, ну в жизни, как всегда. Кто-нибудь обрушивает... Ши, а что тебе не нравится по ценам? Ну, наверное, корабли подорожали. Корабли причем, на Эвент подорожали очень причем сильно. Причем, по... скорее всего... О! Ши, ты же не против, если я покажу твою... Ой, стоять, подожди. А, твою кикимору. Вот какая у Ши кикиморка. Ой, ой. Нормально. Вкусная. Невкусная. Фу-фу-фу. Нет, вкусная, вкусная. Ши, она не ПВП, она хорошая цель. Так. Это кто это у нас? А, расслабься, он туда пройти не может в любом случае. Да ты знаешь, мне от этого как-то не легче. Так, Санезис там так, и Ворми. Санезис там не может быть. Где ты видишь Санезис? Вот он, Санезис. А, это тот самый, Ворми. Кстати, Санезис. Бессмысленно, Свет, там уже двое. Ну, понятное дело. Валец. Ола. И как мой любимый навигатор, Оксана. Постоянно с ней ругаюсь. Да, леопард, я знаю, что он не пройдет, но все равно. Алекс, сохранить цены везде. Одни видеокарты сейчас что стоят? Да нет, он про цены в игре. А. Слушайте, народ, я вообще в шоке. Что называется, 3 месяца была за городом, загородной жизнью наслаждалась. И, знаете, я приехала в Москву и обалдела первым делом это от цен. Это какие-то просто нереальные, космос просто-напросто, на все. Все дорожает, блин. Неизменно только зарплаты. Ужас. Я лечу, лечу, лечу. На страшненьком вормике. Кстати. Так. Что вормик страшненький? Ну, потому что это зубочистка. Нет, не зубочистка, это... Вормик, кстати, прикольно смотрит. Нифига он не прикольный. Прикольненько смотрится Ратля. Гилка. А что трешаки, что... Ну, Ворм чем-то похож на Гилу немножечко. Просто не такой пухлый. Да какой... Я не знаю, как это назвать. Фуми, привет. Фуми, приветик. Ши, ты будешь на Ворме? Окей. Так. Залетай вот через... Леопард, да, я... Да, может быть кем. Где? Вот на этих воротах может быть кем. Да, вот. Понятное поэтому, дело. Поэтому летишь вот сюда и отсюда летишь. У
Не, Вик, ты чё, я на таких дорогих не летаю. Вик, такое же, только пушки немножко другие. А ты чё, тоже на Ворме, что ли, летал? Да. А чё, отличный корабль, кстати, прям реально отличный. Ну, я бы не... Ну, блин. Не, для ивента прям вообще хорошо. Так, вот Астерка какая-то летит, но не, я она так... она не летит, она там стоит. И она сканом занимается. Тогда пускай не это... Не, меня не сканируют, я невкусная. А что ты шуршал эти сканы? Я на всякий случай. Ну, посмотри, есть тут кто? О, чисто твое, забирай. Надолго ли? Куда? Стой, тормози! Ну чё тормози? Ты на гайку прыгаешь. Фу ты, ёлки-палки. Где? Что у тебя за дурацкая верьюшка? Ну, сделай себе свою. Я сейчас все перенастрою, ты потом будешь все перенастраивать. Да нет, это же твой аккаунт. Тогда почему здесь все так по-дурацки? У меня на том компьютере нормально все было. Фоми, но вор чем хорош, ему абсолютно плевать на сосунов. На сосунков. На сосунов. Вот, на капу ему абсолютно плевать, он пассивненький, абсолютно держит босса, ну, в плане того, что ДПС полностью держит. Вот тогда мы в лоу были. И, ну сколько? Чуть меньше половины он, считай, снял, и все, и умер босс. То есть, очень хорошо в этом отношении. Без всяких заморочек, нормуль. Леопард, собирал его... А, нет, ты имеешь в виду стерилы или это? Если касаемо стерингом, я не занимаюсь. Ну, как-то это некрасиво. Правильно, идея. В каком месте я правильно? Я тебя умоляю. Я хулиганка. Но в каких-то вопросах дело чести. Тырит в основном негодяи. Да, у меня были моменты, у меня тырили лут. Было обидно. Ну, по поводу ворма, скажем так, у меня их было два, и осталось два. Вот один использую для ивента, второй стоит на всякий случай. Вик, да, это хаи. Да, я в хаях летаю. Как-то меня не вдохновляют всевозможные лоу. И прочее, прочее, прочее. Блин, обидно, что, конечно, в этом, как бы, ивенте такое, я бы сказала, мизерное, просто мизерное баунти, просто. Для хаев? Для хаев. Не, нормально. А вы что хотите, блин? Сразу, чтобы вам там по миллиарду выплачивали? Не, ну не по миллиарду, ну слушай, ну даже на других ивентах было... Так, там и корабли были посерьезнее. Ну это да. А здесь какие-то дрончики всего лишь. У тебя дрона кушают, кстати. Следишь за дроном? Да, я за дронами слежу. И его не кушают, его так просто укусили пару раз за попку. У тебя вообще съели тогда дрона? Шесть, сейчас кикиморы, вормы, еще какие-то корабли очень подорожали. Санезисы подорожали. Не знаю, не смотрел. Вот, очень подорожали из-за ивента. Возьми, посмотри по графику. Именно из-за ивента подорожали. Плюс фиты под них тоже очень-очень скакнули. То есть модули тоже из-за ивента очень скакнули. Ивент закончится, ценники обратно вернутся. Короче, это спекулянты просто-напросто пытаются нажить. Есть спрос, естественно, и предложение растет. Точнее, ценник. Франц, привет. Франц, приветик. Как? Ну, не семейный подряд. Буди начинающий краб. Хрена меня обозвали. А что, ты последний стримчанский, только и делаешь, что крабишь.
Там, извиняйте, этот самый, как его... Ивент. Ну и что? Как, ну и что? Как-то я мимо ивента могу пройти против... Мимо ивента не нельзя проходить. Ну да, ты, я знаю, ты сейчас репетируешь все вот эти вот ивенты проходишь, и вообще, это, чтобы навыки не потерять. Мимо... Репетировать. Это контент. А, глава, он, по-моему, все везде горит. У всех дроп горит, особенно у Бди. Ты бы видел его лицо, когда ему там какая-нибудь симпатичная девушка или еще кто-то, кого он там валит, и все горит. Ты бы видел в глазах его эту боль. Вам через камеру это не видно, а я это вижу здесь. У меня первые зрительские места, скажем так. Купер, я не буду никому ничего доказывать, никому ничего не должен и не обязан. Сер, привет. И, кстати, и Клифф говорил, что сейчас очень много горит, так что... Ну, что-то на мне у него не очень сгорел, наоборот, хорошо попадал. Ну, это, знаешь, это фортуна просто ему улыбнула. Дважды? Да. Это тебе мстят CCP, получается. Франц, а толку грабить тех, кто ивент проходит? Ну, серьезно. Тут бомжи одни летают. Ну, серьезно. Ну, что у тебя? Фитецкий, не алло, у тебя, кстати, круг открылся. Можешь. Я знаю. Но мне хочется добить последнего. Зачем? Чувство завершенного действия. А-а-а, окей. Франц, он и будет. Подожди, сейчас. В общем, сейчас... летают бомжи, фиты, бомжатские. Толку от них никакого. Сейчас начнется самая любимая Юркина пора. Это непосредственно Хэллоуин. Ну, это не сейчас. Через месяц. Бди его ждет, как, знаете, как, как ребенок новогодних каникул. Глава, но если ты там за целый день кого-то смог найти, это, конечно, круто. Ну, кого вон там пару килосиков скинули в чатик. А там дроны спокойно разберутся. Ну и чё, бомжара. Давай следующий. Еще один бомжара. Ну и чё ты мне рассказываешь, что не бомжи? Бомжи. А для Бди, по-моему, все бомжи, у которых меньше 300... Которые меньше лярда. А, ну, товарищи, сами понимаете, Бди закушался мальца. Я не закушался. Я просто кушать люблю. В смысле, зажрался? Я просто кушать люблю. И вкусненько. А, Купер, ну, в том году... Это, в том году был дроп, по-моему, 90%. А, 90%. Позапрошлый день 100%. Позапрошлый был 100%. Глава показала все ему. Блин, надо отпуск брать на этот ивент вообще. И днем, и ночью, где ученый? Это, самоизолироваться домой. На работе такой, извините, у меня ивент. Я самоизолируюсь. К врачу сходи, скажи, что у меня живот болит, и это... И вообще, у меня какая-то кишечка, посадите меня на больничный. Да, лаунчер, приветик. Потихонечку, потихонечку, карабонькаем. Карибасим. Не все же Бди показывать охоту на крабов. Мишка, ассеты это что такое? Я, честно говоря, не знаю, что такое ассеты.
Глава, я же и сказал, чтоб Ди зажрался. В смысле, накушался. Я не накушался, а голодный. У меня, как ты сказала, это незавершенности. Много крабов недобитых. А тем более, он сейчас практически без исок. Я не практически без исок, а без исок. Без иска, господи, иди мой. Я ему уже предлагаю отдать все честно накрабленное. Нет. Он как гусар, я женщин денег не беру. Это раз, а во-вторых, потом ты же мне припомнишь, блин, это 100 раз. Слушай, ты мне 5 лярдов до сих пор торчишь. За что это тебе 5 лярдов? За табличку. За какую табличку? Да по этому, по гиперреле. Какую табличку? То, что я тебе чистую прибыль выводила. А почему 5 лярдов? Ты мне сказал, я что... Я тебе ничего не говорил, не надо... Слышь, не надо, ляха! Ты там увидела, сколько я зарабатываю, такая, блин, давай это, отжимай мне диски. Я тебе сказал, правильно я сказал, процентик. Нет, иди нахрен, блин, процентик, нет. Нет. Он, народ с чата вот. Попрошайничает. Я буду коребонькать, а то как-то совсем... Ну вот и коребонька. Блин, лишь бы не сглазить. К нему двигайся прям. Да чё к нему двигаться, он все равно пускай он раньше. Пускай двигайся к нему. То мало ли какая-нибудь зараза сейчас подлетит к тебе. В самый разгар, в самый момент. Да неужто, ура! Товарищи, это у меня третий лут мой за весь ивент. Ну, и во что меня оценили? Ой, 18 слямов. Ладно, приятненько все равно. Еще какой... Хрень какая-то. Ну, короче, фигня, короче. Да, конечно, все это фигня, кроме этих самых. Ну вот, видите, у нас получилось... Кинг, привет. Все стриминг. Ну да. Кинг, приветик. Тебе бустер упал? Тоже хорошо, ши. Так, ладно. PvP, нажми кнопочку. То есть нет. О. А ты куда убежал ты еще, сосун? Включаю варп-двигатель. А! Ты вот сюда, что ли? Да. Еще забежал. Да. Глава. Ой, глава опять грабит. Глава, я, честно говоря, вот попадись ты мне. Я же знаю тебя. Отшлепаю, как мальчишку. Мишаня, тогда что-то не понимаю, при чем здесь это? Ши, в этом, в тупике верхнем. Где меня тогда чуть не убили? К чему вопрос вообще вот был, что-то никогда не понимаю. Чего? Я еще не понял, Константин, это все. Ща. Все, я понял, посчитал выше. Никакой мы это делать не будем. Мишка, крали артисик. Но, не, ну если там попродавать, конечно, всего и вся... денежка, конечно, будет какая-то. Ну а смысл продавать-то? У меня же это все как раз для стримов. У меня же там корабли, модули. Они же именно как раз для стримов, чтобы вам стримы делать. Ну продам я, а что дальше-то делать? Как стримы-то делать? Чего? Глава, ну я же не собираюсь на ворме за тобой охотиться.
ВЛД, приветик. Франц, ивент проходит везде абсолютно. Ты чё паритесь этим самым? Воспользуйтесь. Блин, БСК просто. Вот она, ну. Ши, у тебя микрофон есть с ушами-то? Мишка, ну, у меня в данном случае немножечко другая ситуация. Я пока еще не устроилась на работу, но дай бог скоро это исправится. И там будет... А, жена спит. Не, Константин, я не буду, я тебе еще раз говорю. Я этой фигней заниматься не буду. Здесь ничего нету. Лоу прыгнул. Ага. И теперь топим. Как-то нет, есть. Что? Где? Раз, два, три, аж три. Что? Адванс, это они. В лоу они называются немножко по-другому. Да? Ну сейчас да. Я тогда из этого... А чего у тебя? Тут четыре человека в локале. Лоу, они адванс как раз называются. Шик, тебе что ли чапает? Угу. Ну вот, можете помочь туда. Угу. Понятно. Ух, тут притонов-то сколько. А ты что, не знал эту систему? Да знал я это, только я сколько раз был, тут обычно ничего нету. Потому что здесь 3 или 4 гилы фармят и 2 ратли фармят. Только я не познаю, они это боты или так, Ши, нормально. Тихонечко, чтобы жену не разбудить. ВЛД, это да ладно, ты что это? Правильно, правильно. Хорошее дело, браком не назовут. В заводе брак это что? Вот. Я тебе сейчас такой этот брак устрою. А у нас с тобой не брак. А что у нас? Супружеская жизнь. Ши, я чуть-чуть дальше это, в лоу, который... Тоже да. Ты только это под сканом тут не забывай пользоваться. Ну, пеленгатором, да. Ну, ВЛД, в таком случае, если что, с местами свободы. Со тут? Свободой. Баржа и Вентура. Ну, в принципе. А тут уже кто-то был. Не смог осилить. Почему ты думаешь, не смог осилить? А в реке ты не видишь? И стоп, и вот, кстати... Подбитые корабли. Да. О, можно к ним валить. Почему? Они желтенькие. Ничего страшного, переживешь. Ну это не... Ну... Посмотришь, что там, может там что вкусное. Бди, блин. Так, не умничай, посмотри обязательно. Ты как подсматривать за трупом? Подсматривать за трупом, это как? Это как? Это я бы я сейчас... Труп это труп уже, что за не подсматривать? ВЛД, а дети-то есть? Выкрутился. Подскан. Мои дроны только летают. Господи, а что же здесь за это были? А, я поняла. Чуваки, короче, наверное, прилетели, не поделили зеленку, подрались. Ну, может быть, тоже, кстати, вариант такой, да.
Тем более, сейчас аспект словлю, если посмотрю. Ну ладно. Бди, вот только из-за тебя смотрю. Чего? Что там в этих... Смотри, смотри. Ну, ВЛД, ну, блин, тут так... ВЛД, поздравляю с освобождением. Кость, конечно, он туда и ходил. Куда он еще пойдет? Жена ж подготовилась к вечернему стриму для него. Так, а что это я враг захватил? Ну, и где эта хрень? Вон летишь. От сканчика лопусь. Фокс солит. Приветик. Спасибо. Да, скажем так, еще подкашливаю, но это уже не так сильно. А ты, по-моему, до этого не дойти. А, не дойти. Ну, тут ничего интересного. Ну, а вот эти взять. Ой. Почему я не могу? А потому что далеко, значит. Подожди, господи. Ну, почему далеко? 94 метра далеко? Ха, забавно. Угу. Сейчас, подожди. А какого хрена вообще желтый тут такой? А, ну да. Теперь можешь забрать. Тут вон еще один. Ой, 22 км, блин, далеко. А, нафиг. Дронов-то можно я заберу? Да, 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 дроны забираем. А я сейчас могу, интересно, перекраситься в зеленый? Да. Все, я безопасная зеленая овечка. Да, у тебя саспект все равно висит. И как долго он будет висеть? Он 15. О-о-о. Ши, короче, он меня это... Ничего, ВЛД, найдем тебе другую. Так. Бди, подожди. Лети в космос, лети в космос. Не стой на месте, лети тебя, в космос, я тебя, пожалуйста. Я... О, все. Я тебя тоже буду, вот когда ты будешь, кого-нибудь... Я прямо сейчас возьму, развернусь, сюда и помираю тут одна. Не хочу я умирать. Ну вот если не хочешь помирать, тогда слушай дельный совет, блин. Не выеживайся. Кость, ну я так же, в принципе, поступаю. Кинг, она не может на гиле фармить, потому что гила сюда не проходит на эвент. На эвент может проходить Т1 и Т... Господи. Короче, эсминцы, фрегатики и прочее. Какие прочие? Эсминцы, фрегаты, Т1. И фрегаты фракционные, вот, вспомнил слово. Ой. Ши, да я уже покрасилась в зеленый светофор. Ай-яй-яй-яй-яй, господи. Чего? Засидела? Да. Ой-ой-ой-ой. Не, Кинг, я сейчас на этой фармлю. На ворме. Он у меня валялся почти год. Без дела. Подскальчик. Ха-ха-ха.
Ну, ВЛД, тогда ты вообще красавчик. Да, пока я штурвала, можете спокойненько это крабить. Единственное, я бы на вашем месте особо булки не расслабляла, потому как это... Есть еще Клифф? Так, что есть Клифф? Ну, он же тоже охотится на крабов. Ну, он тоже на мелочи не разменивается. Что-то я гриб случайно нажала. Вот, вот. А ты любишь вечно что-то случайно нажать. Слава богу, нет отдельной кнопочки, это... Самоликвидация, я бы ее чистехонько нажимала бы. Не, все-таки, конечно, хорошо, когда у каждого есть пацан свой компьютер. Я тут решила на ноутбуке поиграть. Я минут, наверное, 20 ждала, когда он загрузится. Все обновления. Загрузится, обновления пока пройдут. Обновления пока пройдут. Вот. Это было нечто, ребят. Я, конечно, вот что называется, я уже чуть привыкла к компьютерам Юры, к компьютеру сына я привыкла. Хорошо, быстро привыкаешь. Да, а тем более у сына вообще здоровый монитор, там 27 дюймов. И, блин, конечно, попускала слюни. А в выходные вообще в наглую ребенка отправила к бабушке. Я сама сидела весь вечер играла. Ну а как еще вот так вот по-хорошему? Ши, жду. О, гилы подорожали. А ты возьми для начала, попробуй гилу построить, посмотри, во сколько тебе она обойдется. А потом задавай эти вопросы. Один, приветик. На самом деле, наш сын, он ему Евка показалась не особо интересна, но он еще маленький. Ну, господи, шестой класс, ребенок. 12 лет ребенку, естественно, он еще не особо. Ну, а зато их... он там сейчас это War Thunder, блин, у себя в комнате гамой. ВЛД, ну, у нас он к бабушке попрыгал спокойненько на всех трех ногах, так что... Мимими, приветик! Ими, так он же монитор-то не рядом с головой, там далеко. Во-первых, далеко стоит, а во-вторых, он у него еще сферообразный монитор. То есть не как у Бди по старинке прямые мониторы, а у него именно этот. Изогнутый, короче. Да. Ну. Ну вот о чем и речь, Никита, он да, он еще мал. Ши, тебе сколько? А, ну Один, Майнкрафт, это да. Он, кстати, просил, чтобы ему установили Майнкрафт, но потом, когда увидел ценник за игрушку эту, он сказал, да ну нафиг, и все. Кстати, Майнкрафт подорожал. Вэл, да, да, на трех ногах у нас ребенок... В очередной раз сломал конечность. Если повезет, в пятницу уже снимут гипс. Так что у нас вот так вот.
Ну да. Это какая у тебя волна? А вторая. Сейчас прилетит уже. Нет, он не на второй, на последний. Ну, последняя будет. Ну, вторая — это не последняя. После этого прилетит он. Значит, не вторая. Третья, значит, волна. Матеус, приветик. Не. У нас это на костылях прыгал до бабушки. Мы его даже сопровождали. Вот он прилетел. Плюешь на все, плюешь на все. Его убираешь. И его хренаешь. Да я к нему сразу это чапай. Так что у нас ребенок сейчас в фазе динамичного роста и. Сейчас народ светит, как увидит, сколько она залутала, и злоу не вылезет. Да. Надеюсь. Я вот смотрю, что у меня капу и всю высосали. И что? И... Капа тебе не нужна. Вот и все. Все, они все свалили, Влад. Как только босса убиваешь, они все сваливают. Дронов забирай. Поэтому и нужно агриться на босса. 100 лямов. 92,5. Ну, практически 100 лямов. Что? Карга маленькая у вас. Что? Стой, подожди. Убери. Да подожди ты. Я вон хоббита выброшу. Да, все правильно. Так, скажите, пожалуйста, здесь есть где-нибудь станция? Да, должна быть. Но это лоу, я не знаю, ты захочешь здесь скидывать? Ну, а почему нет? Лучше тогда на этом сам. На цитке? Да. Потому что там этот, когда выходишь не с цитки, у тебя этот луч на тебя, и тебя не могут убить. Ну, я знаю, останки-то могут, а этому не могут. То есть туда сейчас поскидываешь, а потом прилетишь, заберешь на том же Санессе. Который у тебя это двухсекундный. Шустрик. Да. Там карга большая. Нормально. Ну и чё, как тебе лутецкий? Нормально. Хороша? Нормально, хорошо. Разрешение получено. У нас, короче, ребенок. По сравнению с Хаями-то, а? Вот о чем речь. У нас ребенок. Сейчас. А что за покрасочка? А почему я ее не видел? Господи, опять это... Нет, реально, у них с покрасками совсем грустно все. Ракету поверни. Ой, да, ракета. Угу. Вот, ребенок. Сейчас я вылетаю. Вот, ребенок сейчас находится в фазе динамичного роста. Сейчас. Блин, посмотрим. Чуть выше, чуть ниже. Еще ниже. Вот. Ну все, лети на следующее. Не, он уже сам. Летим. Вот. Ребенок находится в фазе динамичного роста. И на уроке физкультуры они сначала бежали вперед, потом бежали назад. И ребенок подвернул ногу. Ну, по крайней мере, думали, что подвернул. Оказался перелом голеностопа. Так. Ку-ку. Ага, вижу, все. Ну что, полетели. Вот. И в итоге вот у нас
Ребенок почти 3 недели прыгает на 3 ногах. Как-то от елки сразу. А тут без АБ, ВД, чап. Да и подсет. Ты знаешь, долго чапать это на праксисе. Вот это долго чапать. А это так. Ну да, сколько времени на елке? Это 40, да, наверное? Час я летела 110 километров до елки. Да ладно, раз в час. Час я летела. Час? Я час летела, я тебе о чем и говорю. Я еще успела на твоем тотализаторе побыть. Папа, я не могу понять, а куда ты летишь? Я лечу вообще к этой. Нет, ты летишь в абсолютно другую сторону. Я выделяла. В реку полетела. Ну, я, значит, ошиблась. Как обычно. Вот. Так что, собственно говоря, он... Ой, у тебя какие дрончики, ши. Ши, а нафига агументы взял? Для чего? Захотелось ему агументы. Агуши. Смысл? Может, у тебя еще и фит? Какие обычные агументы у тебя? Может, у тебя еще и фит офицерский? Так, даже не мечтай. Я не мечтаю, я интересуюсь. Ну, знаю, как ты интересуешься. Ты просто так никогда не интересуешься. Ты прям спишь и видишь. Народ, кто помнит, как бди по поводу этого офицерки сгоревшей возмущался? Все помнят этот момент? Ладно бы, если бы одна была. Было не один раз. Вот. А чё она горит, зараза? Ну чё? А чё она не должна гореть? Вот скажи мне, пожалуйста. Квит, привет. Да, можно на ворме пассивно спокойненько проходишь. Можешь фитецки посмотреть, либо в начале стрима свет показывал, либо на прошлом стриме у меня фитецки под... точнее, не под, а в... Господи, как называется там? В описании стрима, но это на ютубе. Ха-ха, Кинг, хорошо. Чего Кинг? Говорит, не расстраивайся, я тоже девственник. О, последняя волна ши. Еще нам немножечко. Нет, не последняя. Здесь это три. Здесь четыре три волны. Света, это лоу, а не хаи. Здесь 4 волны. Так, а у меня патронов-то хватает, Тут-то я думаю, а чё я так долго её похожу? А, ну ты, кстати, хотел, чтобы я в лоу полетела? Ну вот, да. Всё? Ты доволен? Я в лоу, пожалуйста, похожу. Молодец, сыночка. Возьми с полки тортик. Нет, спасибо. Че у тебя на подстанчике? Все нормально? Тихо? Да, все мирно, тихо, только ши со мной, и все. Мы это, спокойненько крабим, не спеша, на расслабоне. Без напрягов. Да, вдвоем это быстрее. Ну и быстрее, и веселее, и безопаснее. Ну, значит, безопаснее не знаю. Ну, побезопаснее немножко, да. А так вообще быстрее.
Я вообще изначально этот ивент летала, вообще делала на этом... Санезисе. Санезис мне почему-то больше приглядывается, нежели Ворм. Вот, теперь последний. Санезис тебе больше нравится? Да, Санезис мне больше нравится, чем Ворм. Но вот в Лоус, наоборот, Ворм лучше, чем Санезис. Не знаю. Может, потому что Санезис стоит в разы дешевле? И очень достаточно. Алекс, не было тематики на тему, что точка для дронов. Это раз. А где точки для дронов тогда брать-то даже элементарно хотя бы? Какие точки для дронов? Я, почему речь вообще не в теме? Помнишь, в линейке точили вещи? Но. Сейчас здесь в Евке тоже можно некоторые вещи точить. Ну все, можете пропрыгивать уже. Сейчас будем. Дронов забирай. Некоторые вещи тоже можно точить. Где? Ой, господи. Ши, давай, джамп. Где? А налей мне компотик еще. Ну поставь, я сейчас посмотрю, это самое. Сколько ты тут? А хотя давай, че? Мы пока сейчас да, это... Да, там все равно три волны. Ой, я чуть шип вот отшиб. Ты там у Рэль Рассет стоишь вместе с ним, то можешь стоять. О. Голова умер. Вот. Жадность Фрая разгубила. Ну, с другой стороны, голова тебе не привыкай. Нет, на самом деле я его ласково называю солнышко. Где это так? Кстати, здесь очень прикольно. У нас с тобой еще тут одна есть. Зеленочка не раскрытая, так что потом туда пойдем. Станислав, приветик. Ну, ничего, такое бывает. Глава, ты главное не расстраивайся. Ну, чем расстраиваться, мы привычно. Да, слушай, вокал увеличился. Ну, чекайте под скан периодически. Пользуемся. Эх, блин, а не... А ты куда полетел? Да никуда я не полетел. Ну ты же летишь. Ты не видишь, что ты двигаешься? Кши чапай. Тихо. Читаю вместо аргументов, читаю амаретто. Сразу ликер вспоминаю. Гадость редкостная. Да-да-да, Элши, я вижу. Вокал увеличился. Ну, я надеюсь, они все-таки залетные чисто. Красава. А помнится, не так давно на воровстве, наоборот, тебя сливали. А теперь смотри, теперь ты сливаешь. Повзрослел. Да. Прям растет. Агафит, ты теперь взрослый. Дмитрий, приветик. Ши, ну мы же с тобой невкусные, давай себя так утешать, если что вдруг. А кого волнует, ты в лоу? Здесь без разницы, вкусно, невкусно. Это что, здесь только маньяки летают? Ну, то же самое, что и в нулях, это нормально. Ой, господи. Я миленький краб, я миленький краб.
Вот как раз на миленьких ты агрится. А мне чем отгонять их? Газеткой? Или носками закидывать? Ше, а ты-то куда почапал? Что-то не пойму. Он здесь. Да, на месте стоит, да? Ну, он меня орбитит, я его. Он не орбитит, он куда-то попёр. А я его орбитю. Я миленький краб, я миленький краб. Алекс, да откуда такая информация, что точить-то будут? Какая прелесть, слушайте. Слушай, Юра, приоткрой окошко, а то что-то... Душно? Да, душновато. Только не сильно, щелочку сделай. Нет. Сначала так, чтобы вот. Меня просто не сдуло. Чтоб тебя сдуло, тебе надо под окошко лечь. Ши, забирай лут. Ты чё к нему забирай? Ближе, наверное. Ты забирай, это твой лут. Кстати, а у нас он белый. А мы все равно в этом. Забирай. Ши, тебе приехал помогать, а не лут тырить. А я ему все равно переведу. Ши, у нас с тобой еще... Ну, ты же должна посмотреть, сколько лут хотя бы выпало. Да, показать господи. На стрим. Ну и чего? Всё. И что толку-то? И сколько вот. Выпало? Скажи сейчас мне, пожалуйста. Напишет. И что там выпало вообще? Ой, бди, как... Нет, я хочу знать, что там выпало. Бди! Покажи мне, что там выпало. Всё. Я не знаю, что там выпало. Отстань. Ши, полетели на следующую. Ну и зачем тогда ты стримишь? Для кого ты это стримишь? Мы сейчас... Ши напишет. Сколько? Мне интересно напишет. Я хочу видеть, что там выпало. Кошмар какой-то. Так. А где Ши? Так ты же его не забрал, ты самостоятельно прыгнул. Ши. А, написал. А где ты написал? А! О! Ни о чем это мне не говорит. А, 177 лямов выпало. Во, блин. Ну, тоже неплохо. Ни хрена себе, тоже неплохо. Хорошо. Ши, а, вижу тебя. Ну что, полетели дальше. Джамп. А тут вот я могу еще какой. Господи, а я с тобой в личке тут это... Кошмар какой-то. Спасибо, Ши. Вот Юркино любопытство другой раз хуже женского. Алекс, на тесте есть то, что... Слушай, на тесте, насколько я в курсе, ввели тематику... на это самое. Господи, я ж новость сегодня даже публиковал. На Титаны, Дредноут и на вот это все дело. Вот это вот по дронам. А по поводу точек там не было информации. Ши, тебя там не сильно обижают? Что значит подтвердить может? Либо он это сказал, либо может подтвердить. Но может подтвердить, так откуда тогда такая информация у тебя изначально? Начнем с этого. Ой, блин. Потому что у меня лично этой информации нету. Ой. Ниоткуда она не поступала. Да господи, что ж я на врек-то все время натыкаюсь.
И даже в партнерке, где я участвую, там эта информация не проскальзывала. И к тому же точить дронов, ну пускай точить дронов, как ты говоришь, да? Но вряд ли, это модули тогда, скорее всего, не дронов. Потому что дронов сделать не проблема. Полетел в дрон регион, нахреначил дофигища чертежей, и делай их, оно тебе намного дешевле выйдет, чем их покупать. Зачем дронов покупать? Скорее всего, тогда уж модули. Модули это я еще могу понять. Но опять-таки, откуда будут точки на это дело падать? С абисов, что ли? Сейчас же точки именно с абисов падают, а на дронов откуда тогда будет? Как-то... непонятно, откуда у тебя вся эта информация. Ты просто конкретно скажи, откуда ты взял эту инфу. Алекс, кто пишет? Народ пишет то, что ему в голову придет? Или CCP пишет? Чувствуешь разницу? Слушай, неплохая зеленочка у нас. О, я еще какую-то награду могу получить. За ивент. Ну, награду. Вот это видел сверху полочек у тебя? Ну, да. И вот сверху то, что вот там есть, вот это можешь получить. Но на самом деле там полная фигня. Покрасочки тебе не понравятся. Да я уже видел отвратительные покрасочки. Ты их смотрела? Да. Там все три. Угу. Вот, и остальная хрень тоже, которая хорошая, нафиг не нужна. Вот, ты знаешь, я так полагаю, мы потом полетим в следующую соседнюю систему с тем же статусом. Посмотрим, что там будет. Ты чё? Да, Алекс, тут знаешь, что, типа... Альфа подтверждает ВК, типа, что будет, можно будет в будущем тащить дронов. Сейчас гляну. Да чтоб этот врэг грёбаный. Нет, он не грёбаный, он, конечно, хороший. Но, блин. Ну, понятное дело, да. Сначала разгрузимся. Вон на отсыпке, если что, кинем, и все. Весь враг. Потом будем летать, когда будет чуть-чуть побезопаснее. На чем-нибудь пошустрее. Модераторский опрос не работает. Это что такое? Ну, это где вообще это видно? Вот. Так, еще одна волна. Что ждем? Фок, а для начала ты что, модератором являешься? Музыка такая расслабляющая. Да, опять промахнулась, господи. У меня прям сегодня это... Не попадаю по мишени. К чему бы это? Так, а в принципе... Можно уже сворачиваться, потому что елочка открылась. Что я сейчас прыгаю?
Меня, кстати, народ бди хочет затащить в 4-й Абиссе, чтобы я начала выполнять. Ну, я в основном тусуюсь в Абиссах. Вот. Бди хочет, чтобы я в 4-й Абиссе полезла. Я говорю, пока я 3-й от зубов не будут отскакивать. В 4-й не ногой. Чтобы тебе что-то отскакивать, тебе надо периодически играть. А я периодически играю у сына в комнате. Алекс, скажем так, я посмотрел, нет ни подтверждения, ни опровержения. Опровержение. Опровержение. Но вполне возможно, что, может быть, просто там одно сообщение от человечка, что на тесте ему вроде как заточка упала на этом самом. Вот то, что планируют там для дредов, капиталов, каров вот это завести вот эту тематику, ивент. Вроде там заточка ему упала. Но то, что на тесте, это еще далеко не факт, что это будет на основном сервере. Mm. Да не, Леопард, я просто-напросто я промахиваюсь мышкой. Я говорю, вот, честно говоря, это вот дело привычки. Я уже чуть-чуть попривыкла у сына сидеть за компьютером. У него и мышка поудобнее. И монитор поудобнее, и клавиатура. А у меня дрончика моего кусают за попку. Фок, ну, честно говоря, у меня с Твичом не особо большие приятельские отношения, поэтому я не знаю, как оно там вообще хорошо все это работает. Хочешь, можешь потестировать. Атаку кнопками? Ты имеешь в виду дронов наводить? Я их и так кнопкой навожу. А вот что касаемо... И цели выделяю, кнопку нажимаю и мышкой кликаю. А, не показывай пустые реки, а ты сейчас. Это можно гораздо по-другому сделать. Блин, где-то. Ладно, потом. Где-то я эту фигню видел. Настраивается в обзорке. Что, сейчас я возьму в рэк, посмотрю. Фок, а ты где гилу купил за такую сумму? В жить, что ли? Фок, да? Охренеть. Что, у меня зеленые головки? 400 лямов за гилу уже? Охренеть. Что, у меня тоже. Уши кайфуют. Я под Юркину... О, 57 лямов. Так, ну чё, поехали разгружаться в это, на цитку. Стоп, а то верш это цитка. Сейчас... А зачем сюда полезно? Ошиблась я. Стой. Твою дивизию. Чё? Во-первых, дронов забери, раз. Во-вторых, когда ты во флоте, когда ты главный во флоте, берёшь, нажимаешь, куда надо.
и прыжок флота. А, ну я-то... И ты вместе с собой забираешь и Ши. А, все, я поняла. Ши, тогда расслабься и это, наслаждайся полетом. Я прям как стюардесса сказал, и наслаждайся полетом. Айс, ну в Амаре, в Амаре-то понятно, там цены-то другие, чем в Жите. Ну в Жите за 400 лямов. Я буквально когда, вчера, по-моему, за 330 лямов гилы были, где-то примерно так, 330 с чем-то. А сейчас уже почти 400. Жесть. Только непонятно, в честь чего так цена скакала. Так, разгружаемся. Тебе привет. Принять. Сёши. Фок, ну я же не за компьютером, я же не знаю, какие ценники, правда? Ну, приятненько, стой. Приятненько. Стой. Ши, тебя уже скинул? Да. А, тогда ладно. Так. Ну, подожди, смотри. У тебя... Давай чистыми. 227. Угу. И 77. 300. 304 лямов. Ну хорошо. 300 лямов поднял. Вот. Так. Че, вот здесь все на корабле? Да, в да. Туда вон туда лететь. Сейчас полетим туда. Ши, сейчас буквально 2 минутки я быстренько сбегаю. Буквально 5 минуточек, ребят. Ты мне ничего не скидывал на розыгрыш? А у меня что-нибудь есть? Покраски еще не выдали 29 число. У меня все закончилось. Понятно. А так. Исок и Плексов нет ничего. Так что пускай народ пока сидит, сосет лапу. А что делать? Ладно, ты пока народ с народом пообщайся, а я пока сбегаю. Че, пообщайся. Короче, народ, у нас 5-минутный перерывчик. Так. Форсон, да без проблем, давай.
меня. Ага. Я вернулась. Компотик просто, сами понимаете. Так. На немножечко на чатик отвлекусь. Вот Solid. Под стримом есть мой никнейм. Ой, QP, приветик. Дим, приветик. Нет, волчица. Ты есть в бдишном чате? Я сейчас в бдишном чате. Это фото вообще. Да. Я сейчас в бдишном чате плюсик поставлю. Борис, помидоры. В этом году было очень мало помидоров. Но было очень много огурцов. Просто тьма тьмущая огурцов. Ну, по поводу огурцов у нас видосик есть на канале. Можете посмотреть. Кому там интересно. Так. Ши, я выхожу из этого, из дока, сейчас полетим на следующий. Смотри, чат, как делается это. Включаешь, смотришь, на какой тебе надо. Угу. Тебе вот вылетит сюда, да? Правой кнопкой прыжок плота. Угу. А Ши, ты вышел или нет? Да, 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 да. А я его не вижу. Ну, правильно, здесь он тебя нафиг. Так, плюсую. Вот. Мишаник, привет. Мишаник, приветик. Ну, ты... Не, Мишаник, к сожалению... А это... И риски бди противопоказаны. Без зубов вообще останется. Так. Ну, он уже прошел, ты одна тут осталась. А чё, мне еще и нажимать надо? Угу. А, еще плюсануть, на тебе еще плюсик. Так. Здесь нет. Следующий. Следующее, кадр. Что у нас будет? Опять PvP пришел. PvP закладочка. А ты пока тебе это. Ты вообще куда прыгнул? А я вообще куда прыгнул, действительно. А ты в ХАИ прыгнул. Я в ХАИ прыгнула? Угу. А почему я в ХАИ? А я не знаю, прыгай обратно. Ши, мы, по-моему, не туда приземлились. А где Ши ты начал? Ши, наверное, правильно прыгнула, а я неправильно прыгнула. А, я потерялась! Ши, чекни в какой-то системе. Я тоже тут. Да нифига, тебя тут нету. Иди не. Либо не раскол. А вот он. Все, обратно прыгаем. Прыгайте. Мы не туда вы, мы не на той станции вышли. Понятно. Ну это как метро. Да, мы проспали свою остановку. Так. Подожди, стой. Шит еще не прошел. Сейчас Шит выскочит. А, вон он все появился. Все. Включаю варп-двигатель. Что такое сейчас мне пошло? Ой. Ой. В похябке. Да. Ми-ми-ми-ми-ми. Все, проходи. Так, сюда проходим. Ши, вот следующая остановка наша. Шериф, спасибо большое. Разыграем обязательно. О, Ши, у нас здесь лафа. Локал. Одна полетела без него. Ши, догоняй.
Прыгай на меня. Он не может пока прыгнуть, и пока еще не я в вахе. Слушай, Ши, у нас здесь с тобой работа, непочатый край. Ши, я еще это... Мишани, чтобы ей поставить джамклона в той же Амаре, как ты говоришь, нужно, чтобы она более-менее играла. Так, Ши, ну чё, полетели. Фосоли, спасибо большое. И мы летим? Летю. Ши, это вообще экстаз. Локал оставь, чтобы это чекать. Мы нашли. Там дроны сами разберутся, ты чапай к этой. К ёлке, да, я помню. Да. Да, главное, слушай, Ши вот правильно написал, главное, чтобы я его не зову, не это, того. А ты зелененько, ты не сможешь. Если ты светофор поменяешь на красненький, тогда сможешь. Какая прелесть. И конкурентов нету. Да. Ой, кто-то прилетел в локале. А, ушел. Здесь никого нету. Здесь точно никого нету. А у тебя такие жилки есть, Ши? Борис, но эвент получается где-то выхлоп в среднем на дальней дистанции порядка 100 лямов иск час. А там выгодно это для тебя, невыгодно, смотри уж сам. Борис, сейчас вот, честно тебе скажу, летая по лоу... После хаёв. Ну, после хаёв, в хаях, блин, это вообще, конечно. Это уже просто на свой страх и риск полетело сюда, потому как... У меня очень не... Ну, согласись, ты уже в лоу заработала больше, чем в хаях за все это время. Так. Я не про это. Я про то, что, понимаешь, там конкуренция душит, и выхлоп, конечно, ни о чем. И я в эту систему не особо любительница лазить по одной маленькой причине. Так, здесь у нас еще двое в локале попались. Вот. Да, я вижу... Меня в этой недалеко отсюда как-то раз убили. Ну да, в соседней системе. Ну да. На практике. Да. О, я где Конкорд? Ну знаешь что? Я тогда была совсем неопытная. Да ладно, нормально, я тоже прилетел, блин, убивать в лоу. А почему-то на меня Конкорд сагрался, оказывается, я перепутал лоу с хаями. Ничего, бывает. А мне на самом деле больше всего понравилось, как ты это... в три главы влетел. И тебя три главы мочканули, и тебя повутали хорошенько так. Не совсем понимаю, что. В систему, в которую три главы. Это когда у меня не было стенда? Да, еще? Когда еще не было стенда. Вот это была ржака. Под скан не забывай проверять. Да. Периодически очень. А что у вас в лоу? Еще народ есть? Или... В локале? А, ну все. Мы соображаем на двоих. Оставь локал. Пока он там ничего не пишет, локал оставь. Да блин, опять в рэк. Чтобы чекать, что есть, как только придет кто-то.
Ше, а у тебя ты какими патронами сейчас стреляешь? Я чуть не... Ты что, красными стреляешь головками? У меня зелененькие. Так, ладно. Настройка обзорной панели. Настройка обзорной. Вторая вкладка сочетания. Настройка. Вторая вкладка, лапуль. Это вот это вот. Это в состоянии. Так это здесь, это потом, блин. Подожди. А что, у нас все? Уси? А где еще одна порция? Сейчас прилетят. А что они опаздывают? Борис, правая кнопка, это уберешь вообще в рэке. Подожди, или пустые враги. По-моему, именно враги. Да, обломки корабля. То есть враги совсем уберешь правый клок. Ну я знаю, я сама слепая. Первая вкладка. Первая вкладка нет. Это не здесь. Это не здесь. Сейчас, подожди. Может, где корабль? А, сбрасываемые предметы. Так. Point висит. Так, подожди, я сейчас прыгну. Подожди, от кого? Да не можешь прыгать. О, теперь можешь. Там point висит. Сочетание правая вкладка. Все, дроны тут сами разберутся. Так, давай еще раз. Настройка обзорки. Леопард, какое сочетание? Есть состояние и типы. Это должно быть в состоянии. Грузовой отсек острова. Вот он. Все, сохранить. Спасибо. А мне главное, чтобы я основной вот видела. Не, основной видишь. Он не показывает, как пустые. Ой, ну прям это. Прям гора с плеч. Теперь главное, чтобы мне не выделить. Так, в локале вижу. Но мы пока одни. Ну как? Я так полагаю, они залетные. Они прилетают, смотрят, что мы здесь, и все. Не обязательно, может быть, просто... Блин, музыка. Да, все. Мне теперь, говорю, главное, ши теперь только не выделить. А то я чисто случайно могу его выделить. Но я не буду. Борис, ну, блин. Вот скампер. Учусь. Тем более я от вас тут понахваталась много умных словечек.
А местами даже уже это... У меня тут был коварный замысел, на самом деле. Ди вчера его раскритиковал. Значит, был замысел лететь на какую-либо зелень, ну, проходить вообще любую зелень на Праксисе, либо на Ратле. И по пути, если буду находить ивентовскую зелень, пересаживаться на Ворма. То есть его запихивать в док для запасного корабля, и там это. Леопард, ну я не хочу убивать, я же пацифистка. Если меня не трогать, я никого не обижу. А если уж меня тронут, уже не обессудьте. Борис, да, я знаю, что Ратли она медленная, все БШ на самом деле медленные. Вот, но если в Ратли поставить АБ или МВД, все-таки она пошустрее будет. Ну, потому что, честно говоря, вот я тут материлась, безумно сильно материлась по поводу того, что ты прилетаешь на зелень, начинаешь ее крабить, то есть проходить вот этот ивент, и хлобысь этот, прилетает народ, налетает просто, и начинает вместе с тобой происходить. Но это все-таки как неуважение просто-напросто. Ладно, понимаю, если бы тебя там грохнули, это одно дело. А другое дело, когда тебя не убивают, а ты... Не знаю, такое себе удовольствие. Прилетел босс. Ничего не долетел. Я вот даже лох взял. Переварпывает просто. Прям какой кайф. Ну вот я тоже проходила все вот эти ивенты, и, конечно, было очень... Ой. Было очень-очень неприятно вот это вот все. То есть ты стараешься, ты собираешься, и это... О. Ши. 57,5. Шикарно. Так. Дронов забрала. Чё? Правой кнопкой. Да, я помню. Сейчас я только найду эту строчку. Ты уже нажал. А как? Отмени для начала прыжок. А я еще не нажал, видишь? Прыжок точка фото. Угу. Все, летим. Ну, Кьюпи, да, вот это вот, кстати, вообще обидно. Га, ты вообще хулиган. Тебя отшлепать надо. О, да. Может, он этого и хочет. Тогда он мазохист. Ну вот, Леопард, да, обидно это все-таки. King Xpa падает на скане только в дрон-регионе, больше нигде. Не люблю, когда на светлом фоне у меня это все. В смысле? Но я не вижу, где пушки у меня стреляют, где дроны атакуют. И mm-hmm. когда спейс... Да. Вот мне он тяжелее всего для глаз. Зверинец дронов, прикиньте, есть еще такое. Глава, ну ты же тоже учишься.
Сколько ты вообще вот за все это время уже кораблей слил? Я же помню. Ну, Леопард, все равно как-то вот, знаешь, не знаю, кодекс краба, что ли, или что-нибудь такого рода, ёлки-палки. Солидарность. Плюс в локале. Подскан сразу чекает. Только плюс увидел, сразу подскан чекает. Надо по-хорошему это... создать кодекс крабства. Капец. Не, кодекс суицидника это нет. Это... Я не знаю, как это можно обозвать. Не, ми-ми-ми. Почему Юра? Юра у нас отдельная подкаста. Это суицид. Это хулиган. Одним словом. Леопард, что-то не понял. Ну, выделил ты локал, а что толку-то из этого будет? Слушай, почти 25 тысяч человек. Время 11:30. Нормально. С учетом еще и рабочий день, то что. Угу. Я же говорю, все из отпусков приехали, с дач приехали. Слушайте, по поводу то, что кто-то новый зайдет, это если ты постоянно тусуешься в этой системе, окей. Тогда там много народа, окей. А когда у вас, блин, 2-3, ну, блин, даже 10 человек в локале, это отслеживается легко. Ши, скажи честно, а ты это... И в локал-то чекни, и это... В локале 5 человек. Под сканом я только что это пользовался. Ши, а ты вкусный краб или невкусный краб? Ну, он на уровне тоже, соответственно, вкусный. Мало ли. Так, ну чё, ещё одна? Это, по-моему, последний. Риттер, что значит не помнишь? Мало то, что помнишь, я даже знаю конкретно в какой системе. Только к чему это все? Ми-ми-ми, я так думаю, он вообще там тогда устроит кастинг. Систему без этой...
без офицерки впускать не будет. Ага, ты не в офицерке, все, тебя на расстрел. А те, кто прилетит в офицер... Пацкан. А те, кто прилетит... У вас, кстати, открылось лес ворота. Можно дальше тут не стоять. Вот. А те, кто... Шип, будем сейчас прыгать. Вот. А... Все, проходи. Вот. А те, кто будет в офицерке, он начнет это... Ловить их по системе. Риттер, по поводу капитального, ну, я контент этот делать не буду, потому что, ну, блин, я их не умею, а учить очень долго. Контент, скорее всего, этот будет делать Бист. А завезут, я так полагаю, сейчас на тест завезли. Ну, недельку-другую, может, чуть больше, эта фигня будет точно теститься. Так что... Ну, это явно не на следующей неделе появится. То есть, где-то через неделю-две, ну, точно не раньше, на основном серве. И точно неизвестно, в том варианте, в который завезли на тест, или там что-нибудь доделают или переделают. Мне больше всего понравилась тематика, что есть вероятность, что будут точки падать для дронов. Вот это будет вообще офигенская штука, потому что если можно будет тащить дронов и модули для дронов, вы представляете, что, какая гила станет тогда? Это, блин, прям вообще смерть будет, убийца. И есть такое подозрение, что за счет этого гилы вырастут еще в разы. Блин, походу надо гилами опять закупаться. Блин, если нет. Борис, да, конечно, 20 лярдов. Где бы их взять еще? Чё? Да я вот что-то 70 лямов это... Это на розыгрыш и гилу, или как? Да забей. Будем считать, 70 лямов тебе подарили, а гилу на розыгрыш. На розыгрыш? А все, 70 лямов на розыгрыш. Они сейчас тебе подварпают. А, подлетел, в смысле. Они ко мне подварпают. Так. У нас здесь, походу, дело соспектное. Нормально, ничего страшного. Тебе не прилетит. Ши, как-то их много стало. А ведь так все хорошо начиналось. Риттер, ну как я их разведу? Я их... Во-первых, разводить их не надо, это будет в нулях. Либо в лоу. Там кого разводить? Там разводить никого не надо, там пролетаешь и бываешь. Но проблема... Я сомневаюсь, что они там одни будут. В локале. И ломануть такую, блин, махину одному... Это надо флотик. Тиран, приветик. А, давай. Блин. Не, я реально как слепая сейчас это. То я на пустой врек выделяла, теперь я этой... расстояние. То больше, то меньше. То больше, то меньше. Кошмар. Тимур, о чем речь? Рассказывай. О чем вообще? Пока летят, пацкан взял бы чекну.
чувствуется тиран там это, блин, целую простыню пишет. Тиран, возможно, ты прав, да, но есть проблема. Я Скайбрейкера хотел в прошлый раз вести, но проблема у меня, он не вкачен. Как? Скайбр... Скайбрейкер. Скайбр... Скайбрейкер. Скайбрейкер. Ну, типа того. Короче, брейки ты. Чё ты всех выделяешь? У тебя этот уже прилетел. Там уже Шиву один в одиночку валит. Да. Да. А ты, блин, это... Ни о чём. Два часа ещё. Ну, я же тебе говорил, Скайбрейкер — это фрегатик. Штормбрингер — это крейсер. Штормбрингер. Да, Шторм — это самое. Ши, вообще шикарно. О, ничего себе, вам лут-то падает, блин, не то, что мне, а. 160... Ши! Охренеть. Я сейчас пойду на станку встану, разгружусь, мальца, ладненько. Вместе а, мы с ним, да, вместе. Не на станку, а на... А здесь цитка, а вот он, вот цитка, да. Вот цитка, есть правая кнопка, прыжок, вот он. Так, дрона взяла. Сейчас я научу еще флотом управлять, будешь тут мне флоты водить. Ой, да ладно, какой я там это? Хлясё? Хорошо летает с нам? Ну смотри, за это время уже полярды на карбонько. На карбонько, да. Нормально. Ши, у нас здесь еще есть работёнка. Но я захожу в док. Роман, да, сделаем из нее флитком еще. Какой флитком? Которая не... управляет флотом. Я кстись. Какой из меня флитком? Истеричка, да. О, это будет прекрасный флитком. Народ любит истеричных флитков. Пьяных и истеричных флитков. О, это я могу обеспечить легко. О, ну все, отлично. У нас практически готов флитком есть. Ты вообще капец. Так, Ши, давай, у нас тут последняя точка в маршруте. Подожди, он не вышел. Сейчас выйдет, и мы с ним это будем прыгать. А он вообще заходил для начала? Ши, входил. Да. Вот он. Все, правая кнопка, прыжок, вот, умничка. Леопард, а ты будешь мне помогать, это как, вместе со мной пить и орать? Тиран, я вот, честно говоря, в последнее время зелень вообще прохожу на Ортусе. Замечательно это. Ши, мы снова одни. А, не, нифига, мы не одни. Подскан. Прежде чем прыгать, сначала подскан проверяй. Ага. Там никого нету. Ши рядышком стоит. И что Ши рядом? А внутри-то может кто-то быть. Ты не в хаях. Ты в а, помогать осваиваться. Ты всегда, всегда надо проверять. Ох, ну что, понеслась. Пошла жара. А, не, ну, блин, если ты вот про вот этот, про этот брекеты, которые, кораблик, да, и он, кстати, внешне выглядит как штормбрин... Почему вот эти все корабли с такими буквами R? Штормбрингер, брекет какой-то там... Не специально тебя это подготовили. Ты, это извращение какое-то. Кто-то... Под каким градусом... Это, надо... понимаешь, у CCP, наверное, кто-то из немцев там. В маркетинге, знаешь? Штормбрингер. Скайрбрейкер.
Кошмар. Это прямо по-немецки очень хорошо так вообще звучит. Ой. Ши, а у тебя еще дрона-то есть? Ты меня сам к чему учил? В первую очередь смотрим за дронов. Света дронов жрут. Что ты, что за Стайзер тогда ругались на меня, что я постоянно дронов. И штарчик. Да. Штормстрингер, а не Штормбрингер. Кошмар. Кюпи, ну реально, ну это просто-напросто язык сломаешь, пока ты выговоришь название этих кораблей. Ты что-то скажешь, Штормбрингер. Шторм... Скайбрейкер. Все. Ой, все, да, вот это ваша женская. Ой, все. Все, все. Иди, противный. Не, ну серьезно, ощущение, как будто там немец у CCP, который вот и придумал это название. Прям реально по-немецки звучит. Штормбрингер! Ну прям по-немецки, прям вот реальный. Все, никаких Штормбрингер. О, получилось, да. Молодец. Но это надо репетировать, не сидеть возле зеркала. Штормбрингер, что там? И как второй вот назвали? Скайбрейкер. Скайбрейкер. Штормстрингер. У тебя не по-немецки, у тебя, блин, как... У меня по-французски, блин. Не, кстати, а французы, у них ры, они рычат. А, кстати, ты, блин, отличная француженка была-то. Стоим р. Это прям было бы вообще отлично. Люблю такую музыку. А, Thunder Child, да. Ну тут тоже немецкий, вот реально чисто немецкий. Короче, вы поняли, Конкорд? Кто? Это немцы. Конкорд придумали немцы. Ну, в принципе, неудивительно. Куда ты отвалился? Ну-ка вернись. Я тебе все прощу. Вот. Oh. This is Stormbringer. Тастишь, фантастишь. Нифига не тастишь, не фантастишь, да, и это. Да, нормально. Фок, то, что исландская компания разработана, это мы давным-давно знаем. А ты в курсе, что эта исландская компания давным-давно уже под корейской компанией? По-моему, то ли 2, то ли 3 года корейская компания выкупила CCP. Так, на минуточку. И теперь у нас уже не исландский рандом, а корейский. После чего, кстати, народ и начал плеваться. Потому что стал реально корейский. Ши, я тебе флот кинула. Он как бы должен был сразу ему пойти. Мать, во флот. Ну там отвалилось все. Да, но он как снова зашел, ему должно было прийти. Может, я неправильно пригласить его искать? О, пилот, сверху твою дивизию, да, все, вот. Он состоит уже во флоте. Ага, где он во флоте? Не знаю, пишет. Ши, выйди из флота и снова зайди.
откуда ты вообще убежал? Короче, там у нее там все. Короче, ты одна, все. Нет, он в игре. Все, он на тебя обиделся. Да. Риттер, не-не-не, это реально исландская компания, и в самом начале была. Ну, она как бы и остается исландской компанией. Так. И зарегистрирована в Исландии, и компания в Исландии, все из Исландии понеслось изначально. А где создать флот? Угласить во флот, не смотрели. Тиран Тандерчайл. Слушай, не знаю, я, честно говоря, не знаю вообще, куда его применять. Слушай, куда ты делся? Хотя я тебя вижу. Ага, ты, наверное, пропрыгнул уже. Понятно. Глава, по три главам, да, конечно. Одни там кикиморы дымовые чё стоят. Реально, это славяне. А, вышел из него. Давай, входи обратно. Ча. А, ну, блин, не знаю. Я не настолько филолог. Ну, все. Че, у тебя интернет, что ли, там? Веселиться. Чего, в локале семеро? Угу. Ну, по мне лезли, слава богу. Это, кстати, зеленка последняя здесь. Да, да. Ну, придется разгружаться по-любому. Тут у тебя пустая, ты пустая, карта пустая. Ну, это сейчас. А сейчас дроп будет. Ну, наверное, будет, да, конечно, что-нибудь. Сейчас принесут. Ну ладно, да. Ты мне водичку вот туда же, просто налей все. Да ладно, эти компотики надо. Не, хватит компотика. Я уже накомпотилась. А ты тут кот наплакал. Ну, понятно. Штормбрингер. Скайбрингер. Нет, Скайбр... Скайбрекер. Скайбрей. Не, это я точно не смогу говорить. Вот есть слова, которые вообще не могу никак выговорить. Как бы я ни пыталась, мне не получается. Я Зергут. Это получается. Подсканчик опулю. Вас как-то тут слишком много. Именно в локале. А это ночная смена. Скайбре. Скайбрейкер. Блин. Ну, блин, элементарно. Sky просто говоришь, а дальше брейкер. Это вот как вот брейкеты, да? Вот брейкеты можешь выговорить? Брейкеты. Еще раз. Брейкеты. Ну вот. А теперь в единственном числе. Брейкет. Ну, Sky брейкет. Вот и все. Sky брейкет. Во, видишь, молодец, умничка, получилось. Риттер просто не заморачивайся. А, да. Рита, мне. Рита. Так. Это мальчик. Риттер,
На мне логопеды поставили крест с детсадовского возраста, так что... Гиппи, а толку от этих озвучек? А, глава, я говорила вот буквально не так давно. Иштарчик. Подсканчик. Не, на самом деле, вот бывают некоторые никнеймы, которые вот приходится очень тяжело с трудом прочитывать. Поэтому приходится всех как-то покороче делать. Укорачивать. Я специально стараюсь сказать по-другому немножко, чтобы... Ретро, да, в лоу? Слушай, я же специально, блин, это Ди сказал по поводу укорачивания. Босс. Дронов на него всех. У тебя один только дрон там. У меня сейчас патроны кончатся. Ничего, нормально. И... Шей, мы с тобой все скрабили. 35 всего. Ну, это все равно лучше, чем да. В хаях. У тебя тут хоть это... Не воруют. Да. Так, давай сейчас с тобой на эту станем. На цитку. И будем потихонечку закругляться, потому как я это... Привычки? Да, с непривычки мне... Отвыкла она стримить на раз. Ну да, можно и так сказать. А, прыжок тут, вот. Во, ши. Сейчас с тобой на точку встанем. У Светланы на Иштаре ни патронов, ни ракет. Ну блин. Так. Ши, тебе как лучше? Так, народ. Давайте сделаем с вами розыгрыш. Сейчас вспомню, как это все делать. Так, вот он. Розыгрыш. Значит, мы сегодня полетали в лоу. Я была в паре. Дуэтом мы летали с Ши. И... В общем, получилось очень неплохо накрабствовать. Больше полулярда. Вот. Давайте единичку в чатик, лайкосик не забываем прожать и этот подписочку оформить. И начинаем сбор. Сейчас я буду разыгрывать 100 лямов. Начать сбор. О. По-моему, все сделал правильно. Вот что называется, Света давно не стримила. Вот реально.
Роман, какой автомобиль? Форд, не переживай, можешь перевозить спокойненько. Бди уже не сядет. Вот он это. Сейчас уже бабайский, потому что завтра ему на работу. Вот, завтра, скорее всего, будет Бди стримить. Ой, как громко. Вот. Завтра, скорее всего, будет Бди стримить, так что это. Так, а что это у меня? Мистерок, а ты, по-моему, раньше всех нажал... А, не, мистер Донза, да. Ты раньше всех нажал, поэтому тебе не захватился. Так что... Москвич новая модель? Не. Хотя, ты знаешь, 41-й Москвич очень замечательная тачка. Очень хорошая. Так, ну что, все? Не, тиран, он не будет сегодня это. Так, ну что, нажимаем кнопочку «Разыграть». Что? А, так, с Твича шериф получается, правильно ли я? Да. Шерри 4. Во. Никнейм кидай свой. Вот именно. А тем более, Ром, если ее как следует подредактировать, то получится вообще шикарно. Так. Так. Лови исочки. Ну, видишь, ты в плюсе. Так что так. Ребят, всем спасибо, что были на стриме. Всем спокойной ночи. И до новых встреч. Я так думаю... Ну, Кьюпи, ну это ж вообще классика. Это ж это... Вот. Всем спасибо, что были на стриме, смотрели, как я тут прохожу ивент в лоу. Планировал хаях, но получилось в лоу. Так что все, всем спокойной ночи, пока-пока.